Двухэтажную резиденцию высотой 7,5 метров и общей площадью 526 квадратных метров возвели за 3 недели рядом с Ледовым дворцом «Айсберг» к открытию Олимпийских игр. Сейчас ее перевозят на строительную площадку Вологодского парка ветеранов. Для посетителей он откроется в июле. Площадка станет официальным представительством бренда «Великий Устюг. Родина Деда Мороза» в областном центре.